Спасатели проводят профилактические рейды по церквям. В преддверии праздника Пасхи спасатели проверяют наличие аварийных выходов и огнетушителей. Также дают инструкции и самим настоятелям церквей. И готовят памятки безопасности, которые будут раздавать прихожанам во время служб. Стараться держать свечи, если вы держите свечи так, чтобы оно не капало на пол. Женщины, естественно, пользуются косынками, то есть как-то аккуратно заправлены, потому что косынка может висеть, свечка, то есть загореться может вот косынка. Аккуратно смотреть вокруг себя, впереди, сбоку стоящие люди. То есть, не дай бог, где-то отвернулся, заговорился с тем человеком, с которым ты пришел, эта свечка наклонилась и подпалила впереди стоящего, допустим, человека. Во время службы вместе с полицией будут дежурить спецгруппы и пожарная техника. Организован и пеший патруль. Одесситов также просят быть внимательными и соблюдать правила техники безопасности. Не создавать в первую очередь, не создавать и не поддаваться панике. Выходить всем на улицу, а соответственно человек, прежде чем заходит в любое здание, он должен ознакомиться с путями эвакуации, использовать средства, первичные средства пожаротушения. Есть и огнетушители у нас в церквях установлены. Либо вода есть. Обращаются спасатели и к водителям. Просят парковать свои авто так, чтобы не мешать работе и подъезду спецтехники к возможным очагам возгорания.